Нет, это не разбор дорожно-транспортного происшествия. Это одна из форм его предупреждения. Соревнование по автомногоборью на приз имени Героя Советского Союза Семена Сердитова. Проводятся они в Сыктывкаре уже второй раз. Состязания спортсменов-автолюбителей призваны способствовать повышению мастерства вождения, закреплять знания правил дорожного движения. Судьями учитывалось все: и скорость, и точность маневрирования, и режим экономии топлива. Главный приз достался команде Сыктывкара. В соревнованиях участвовали спортсмены из Петрозаводска, Саранска, Перми, Челябинска, Кирова и других городов России.